буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Bună Dimineața din această toamnă. Să știți că astăzi avem o ediție specială, pentru că și subiectul este unul special, ziua de 1 septembrie. Împreună cu Dumitru am hotărât să ne amintim de anii de școală și chiar am fost la prima oră de clasă. Dacă doriți să vedeți cum a fost, rămâneți alături de noi! Всем доброе утро! И действительно, мы хотим побывать на уроке, вспомнить, как мы учились, как нас вызывали к директору, как вызывали наших родителей, как мы дружили с друг другом. Такая ностальгия, Наташа, понимаешь, по вот этой учебной школе. И сегодня возле теоретического лицея Маяковского мы побываем в классе и с тобой вспомним, как это было и как сейчас учатся дети. Ну что, пошли? Давайте заглянем. Большое внимание изучению нашего государственного
языка. Ведь именно он открывает перед нами удивительно богатый и наполненный колоритными красками мир родного языка. Возникает желание самим овладеть прекрасным искусством красноречия, чтобы выражать свои мысли нужными словами. Сегодня, ребята, мы с вами должны задуматься об отношении к нашему родному языку, а также разобраться, что для вас значит Молдова. Мы обязательно должны вспомнить, как важно для народа любить и уважать свой язык. Ведь родной язык – это душа народа. Конечно, мы все с вами можем общаться и не используя слов. Как вы считаете, как мы это можем делать? Алина. Мы можем общаться, используя язык жестов. Язык жестов. А как вы думаете, легко ли так общаться? Легко ли так передавать информацию? Я думаю, что нет. Ведь мы можем точно передать смысл того, что мы хотим передать, нашу мысль. Хорошо, а какие трудности у нас могут возникнуть при этом? Пожалуйста, ребята. Ну, я считаю, что есть такие предметы, которые очень сложно описать какими-то движениями рук, например, какие-то неосязаемые вещи, их просто движениями не напишешь. Скажите, Дарина? Кто-то не может понять именно то, что мы хотели сказать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что, наоборот, помогает нам быть более выразительными? Придает обычному тексту красочности и полноты содержания. Андрей. Набор слов. Слова. Правильно, ребята. Слово – это величайшее проявление нашего родного языка. Слову дано бессмертие. И сколько бы ни прошло веков, и как бы ни преобразовался наш язык, все равно он звучит как заново, непринужденно, спокойно, величественно. Наша Родина, Молдова, это наш общий дом. Дом, который имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Дом, который имеет свои ценности и традиции. Дом, который имеет свои символы. Ребята, скажите мне, пожалуйста, назовите символы Республики Молдова. Инна. Ю. Спасибо. Саша. Флаг. Герб. Герб. Вы правы, ребята. Жители Республики Молдова по праву гордятся своими символами. Ведь отношение к гербу, флагу и гимну – это отношение к самому государству. Вы сегодня присутствовали на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему в самом начале линейки звучит гимн нашей страны? Пойдем. Потому что жители Молдовы гордятся своим гимном. Спасибо. Аня. Потому что они уважают свою родину. Спасибо. Александра. Таким образом мы проявляем уважение к стране и к людям, которые дали нам право жить. Спасибо, ребята. Да, вы правы. Мы осознанно испытываем гордость и восхищение той страны, где мы родились, нашей Родины. Каждый год в последний летний день, 31 августа, Молдова празднует традиционный и по-своему уникальный праздник – Национальный день языка. Limba nostre. Limba nostre okumare. Скажите, пожалуйста, ребята, вам знакомы эти строки? Да, они вам знакомы, так как они находятся в гимне нашей страны. Я хочу сделать небольшое уточнение, ребята. Это строки,
написанные классиком национальной поэзии, какую, я надеюсь, вы мне скажете, Влад Алексей Матиевич 100 лет назад, в 1917 году, и спустя много десятилетий эти строчки стали словами для гимна Республики Молдова и своеобразным эпиграфом к национальному празднику. Ребята, мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас с вами вспомнили строки этого замечательного стихотворения. Пожалуйста, кто-то начнет, кто-то продолжит, желающие, поднимайте руки. Инна, пожалуйста. Лимбомастры он комары, и на дымку лимфундаты, он щирак, де пятры рары, пемощие реварсаты, лимбомастры фокче арди, интрумням щуферы вести, сотрезит динсон де марте, капитязнуем повести. Спасибо. Пожалуйста, Наташа. Limba noastră-i frunză verde, zbuciumul din codrii veșnici, mistrulind ce-n valuri pierde al luceferilor sfeșnici. Спасибо большое, Наташа. Следующий, Александра. Limba noastră играю в пыли, când рыбинцы се мишка вара, în гостиря ей батареи, cu sudor de piatră. Катерина. Nu ne spune jertul cea mare, că e limba prea săracă. Спасибо большое, Настя. Лимба Настя, лейки звали, повещи и аудио. Чичаки были пирали, эндори обещали. Лимба Настя и Аляса, среди Чеслава Чиру, через пульта, шакасы, лечничие обедали. Спасибо большое, Катя. Я, Эрграм, Рюджинитин, Розрива у комара на дихрий фундатор, он широк, де п'ятра рада, пемошиє харбасата. З самого раннього дитинства, ребята, і до глибокої старості життя чоловіка зв'язана з язиком. И действительно, ребенок еще не научился ходить, а его чистый слух ловит ласковое журчание бабушкиных сказок, материнской половинной песни. Язык — это целый мир, это живая душа народа, это радость, это память, это сокровище. Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. В языке заложена мудрость народа. Кто не знает родной язык, не сможет познать историю своего народа, историю своей страны. Любой язык по-своему велик, бесценное наследство вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете дорогое. Ребята, у меня в руках шкатулка. Она пуста. Давайте все вместе запомним ее богатство. Посмотрите, пожалуйста. Я вам раздам вот эти монеты. На обратной стороне монеты напишите то слово, которая представляет для вас особую ценность и связана с вашим пониманием, что такое Родина. Возьмите, пожалуйста, и запишите. Свобода.
Не спи свой. У меня ручка напишет. Вы готовы, ребята? Да. Давайте запомним наш шаг. Семья. Традиции. Традиции. Называйте ваши слова громко. История. Умник. Дом. Предки. Наследие. Семья. Семья. Счастье. Счастье. Народ. История страны. Язык. Что ты там написал? Люди. Семья. Семья. Родной дом. Народ. Счастье. Мама. Национальность. Легенды. Семья. Родители. Ням. Ням. Дима. У него много. Что ты написал? Свобода, культура, уважение. Спасибо большое, Дима. Început prima oră de clasă, după cum ați văzut, copiii sunt foarte liniștiți, foarte cuminți, dornici de noi cunoștințe. Am hotărât să vorbim și cu profesoara clasei a 7-a despre cum a trecut această zi de 1 septembrie și care sunt așteptările. Deci, povestiți-ne mai întâi care sunt emoțiile în această zi. Конечно же, все сегодня испытывают волнение. Как дети, так и мы, учителя. Традиционная линейка, посвященная Дню Знаний, была, как обычно, яркой и торжественной. Белые банты, смех, радость, эмоции, смущение, волнение – все это, конечно, присутствовало. Мы с радостью встречали наших первоклассников и выпускников, а также те, которые продолжают очередную ступень знаний, полные открытий, на школьной дороге. Cum vă reușește să-i mobilizați, să stea atât de cuminți, de liniștiți? Pentru că a trecut o vacanță mare de vară în care ei au reușit puțin așa să se mai distreze și au uitat de comportamentul școlar în mare parte. Cum reușiți acum să le atrageți atenția ca ei să fie așa cu numai ochi și urechi? Начало нового учебного года – это, конечно, волнительно как для нас, учителей, так и для самих учеников. Ведь мы встречаем сотни глаз. Эти глаза не только наших учеников, но и сотен душ, каждую из которых нужно увлечь, пробудить интерес к своему предмету, чтобы в конечном итоге получить
положительный, продуктивный результат. И каждый раз мы делаем все, что от нас зависит, чтобы ученик чувствовал себя комфортно, чтобы он чувствовал себя значимым. Ведь на самом деле они самые умные, самые дорогие, самые дисциплинированные и самые важные. Știm că profesorul este și trebuie să fie, de fapt, un bun psiholog. Cum veți proceda în continuare? Cum veți încerca să le captați atenția și curiozitatea de noi obiecte? Poate aveți noi modalități de predare? Конечно, дети для нас это не просто ученики, для нас это семья. И поэтому, когда мы с ними взаимодействуем, когда мы их обучаем, мы с ними ведем так же, как и со своими собственными детьми, как это все существует и в настоящей семье. Конечно, наше новое время диктует и новые правила, появляются новые требования, большое внимание изучается, уделяется изучению иностранных языков. Но на самом деле, если каждый ребенок со школьной скамьи будет знать, что как важно учить свой родной язык, то и в дальнейшем это поможет ему при изучении иностранных языков. И мы, конечно, будем использовать и различные новые технологии на своих уроках, чтобы заинтересовать учеников, чтобы сделать наши уроки более интересными, более плодотворными. Мне не рămâne decât să vă urez succes în acest început de an școlar și am dorit să discutăm cu copiii, să ne spună câteva momente hazlii din viața școlară. Ребят, я как старший ученик 7 класса хочу вам рассказать пару историй. Вы знаете, конечно, лето прошло, как ни в чем не бывало, и, конечно, не хочется учиться. Мы до начальных классов тоже не хотели учиться. А после 7 мы хотели прийти в школу, играть со своими друзьями, бить девчонок или драться со всеми. Это у всех было. Но я помню такого ученика, который приносил в школу вместо книг булочки, плацинды и яблоки. Его сумка всегда была полна вот этой едой. И однажды, когда учитель говорит, вытащите свои все учебники на стол, чтобы я посмотрела, в каком качестве, он вытащил мясо, утку, там, яблоки. Из-за этого вызвали его родители в школу. А однажды он принес вообще свою маленькую собачку, такая маленькая собачка, которая весь урок рычала. И мне хочется спросить, какие у вас смешные истории, может быть, что-то случилось с вами летом? Интересно узнать, или что-то в прошлом году на уроках, самую смешную историю, или интересное какое-то событие, если можете, расскажите. Кто знает? Из самых моих таких воспоминаний смешных, это было то, что у нас был конкурс «Буносяра Господарь», на котором моя школа выиграла первое место. Там я снималась козой. И когда я выступала козой, у меня даже чуть не упал парик, и все над этим смеялись. У нас в классе был один мальчик, который так выступал. Мы у нас подготовили сценку, где в конце он должен был упасть. И он так упал, то что все смеялись. Прям был сильный большой грохот. Однажды мы играли в коридоре, и я не посмотрела назад, и как разворачивалась, чуть не врезалась в нашу учительницу по географии. И все-таки не врезалась, да? Чуть-чуть врезалась. Жалко, да? Это было в прошлом году. У нас в классе есть два больших шкафа. И та девочка, которая предыдущая рассказывала, она залезла в шкаф и сказала, я в Нарнии. Она начала там прыгать, и на нее шкаф упал. Ну, все нормально? Да. Ну, она жива. Она жива. Да. Еще, когда мы были на уроке музыки, то там у одной девочки зазвенел телефон, и была музыка такая, как та-да-да-дам. Потом учительница спросила, кто это звонил, она сказала, это мама. Это мама так звонит, да? А если позвонит бабушка вообще, та-да-да-дам. Наверное. Только это не произошло с мной, но с коллегой для меня. Я была на лекции по географии. Și o colegă de-a mea nu s-a pregătit de lecție. Până a venit profesoara, ea s-a gândit să se ascundă în dulap.
așa că a intrat, a închis ușa și stătea acolo liniștită. Aproape de sfârșit de lecție, profesoara este chemată la domnul director în birou. Se gândește colega mea că nu mai revine, e sfârșit de oră, așa că ies să mai vorbesc cu colegii. Când colo apare profesoara. Maria, de unde te-ai luat? Niciun răspuns. Nota 2 în registru. Nu e chiar hazliu, dar a fost un moment interesant. Нет. После новогодних каникул, когда мы только вышли в школу, на улице был снег, и наш класс, один из мальчиков на окне собрал снег и начал кидаться снежками. Всем эта идея понравилась, мы начали кидаться, играть в классе в снежки. Было все мокрое, и когда пришел учитель, мы сказали, что это была влажная уборка, нас даже похвалили. Да, учителя не бросали, значит, да? Нет, помыли. Обошлось. Мы помыли его. Однажды наш одноклассник залез в шкаф и смотрел на нас через дырочку. И когда мы не знали, где Максим, а он упал с другой стороны и шкаф сломал. Шкаф сломал? Ты что, платил за это? Нет, никто не знал, он там что-то заклеил уже сзади. И никто об этом не узнал. Evident că la început de an școlar toți suntem foarte cuminți, foarte retrași, dar după o săptămână sau după o lună de școală, totul arată anume așa. Нет, нет, завтра родители в школу.